Всем привет! Приглашаю связать со мной еще одну снежинку с прекрасным названием Аспен. Вязать снежинку Аспен будем по вот этой схеме. Вязать буду ниточкой пеликан, где на 50 грамм 330 метров, и крючком 1,25. Для вязания снежинок и другого новогоднего декора можно использовать абсолютно любую хлопковую пряжу, не обязательно пеликан. Это я так привыкла, и она мне подошла. Начинаем вязание из цепочки из 6 воздушных петель и замыкаем ее в круг. Но я привыкла вязать все свои снежинки со скользящей петли для того, чтобы была идеальная серединка. Поэтому начинаем вязание кому как удобно. То ли из цепочки из 6 воздушных петель, то ли со скользящей петли. Ввожу крючок под вот эти две ниточки. Подхватываю ниточку, которая натянута, и вывожу. Это уже петелька. Это есть скользящая петля. Вот она движется. Дальше, согласно схеме, начинаем вязать первый ряд. Он состоит из 12 столбиков с двумя накидами, и между ними 3 воздушные петли. Первый столбик с двумя накидами нам заменит 4 воздушные петли. Сначала вяжем 4 воздушные петли. Раз, два, 3, 4. Это будет первый столбик с двумя накидами. Теперь вяжем цепочку из 3 воздушных петель. Дальше вяжем столбик с двумя накидами в это же кольцо. Это уже 2 столбика с двумя накидами и 3 воздушные петли между ними. Дальше 3 воздушные петли. И опять столбик с двумя накидами сюда же, в это же кольцо. Кстати, вот это колечко, вот скользящую петлю, можно подтянуть для удобства, чтобы держать было удобно. И в него вяжем следующий столбик с двумя накидами. И чередуем с 3 воздушными петлями. И так вяжем до тех пор, пока у нас не будет 12 столбиков с двумя накидами и 3 воздушные петли между ними. Связала 12 столбиков с двумя накидами, остается связать 3 воздушные петли. И в 4-ю воздушную петлю подъема соединительный столбик. 1, 2, 3, 4. Так, и теперь скользящую петлю подтягиваем, и у нас получилась идеальная серединка. Во втором ряду вяжем цепочки из 4 воздушных петель и соединяем их столбиками без накида в верхушку цепочки предыдущего ряда. Для того, чтобы попасть в середину цепочки, вот наша цепочка из 3 воздушных петель, мы соединительными столбиками перемещаемся в центр. Вот у нас первая петля. Соединительным столбиком передвинулись в первую, и теперь вот у нас вторая петелька. Соединительным столбиком передвинулись во вторую. И вот мы находимся в центре цепочки. Теперь, так как мы будем сейчас вязать цепочки из 4 воздушных петель и соединять их столбиками без накида, сначала вяжем 1 воздушную петлю подъема, которая будет заменять нам столбик без накида, и вяжем 4 воздушные петли. Столбик без накида под следующую цепочку.
И вот у нас получилась первая цепочка из 4 воздушных петель. Дальше вяжем 4 воздушные петли. Под следующую цепочку столбик без накида. Вторая цепочка. 4 воздушные петли. Столбик без накида под следующую цепочку. Итак, продолжаем до конца ряда вязать цепочки из 4 воздушных петель и столбик без накида под цепочку. Самый простой ряд. Вяжу последнюю цепочку. Раз, два, три, четыре. И соединительным столбиком соединяю с первой петлей подъема, с которой мы начинали ряд. Закончили второй ряд. Третий ряд, он же последний. Вот мы находимся здесь, соединили. Теперь у нас будет чередоваться 2 столбика без накида, пико из 5 воздушных петель, 2 столбика без накида и 2 столбика без накида, сложное пико в виде елочки, 2 столбика без накида. Можно начинать как со сложного, так и с простого. Начну с простого, как по схеме. Соединительным столбиком перемещаемся по цепочку. Вяжем воздушную петлю подъема, она будет заменять первый столбик без накида. Вяжем второй столбик без накида. Пико из 5 воздушных петель, то есть набираем 5 воздушных петель. И вводим крючок в первую петлю от начала. Подхватываем ниточку, которая в натяжке, и выводим ее. И продеваем через петлю, которая на крючке. И получилось пико. Теперь остается под эту же цепочку связать еще 2 столбика без накида. Первый и второй. Вот оно, это пико. Так, теперь переходим к этой елочке. Под следующую цепочку вяжем 2 столбика без накида, первый, второй, и сначала вяжем 10 воздушных петель, и в четвертую от начала соединительной петлей соединяем, то есть у нас получится пико из 7 воздушных петель. Вяжем 10 воздушных петель, раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь в четвертую от начала цепочки, 1, 2, 3, 4, делаем пико. Это первая веточка елки. Дальше мы вяжем 1 воздушную петлю, это как столбик будет елочки, и 5 воздушных петель свяжем как пико. То есть вот она, 1 воздушная петля стебелька, и теперь вяжем ветку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, и в пятую от крючка. То есть одну оставили, вяжем пико. Вот у нас уже 2 веточки. Теперь вяжем верхушку из 7 воздушных петель. То есть у нас будет пико из 7 воздушных петель. Придерживаем за вот эти 2 косички и вяжем 7 воздушных петель. 4, 5, 6, 7. И в первую от начала соединительный столбик и выводим пико.
Так, получается у нас уже 3 пико. И теперь в зеркальном порядке нам надо связать сначала 5 пико из 5 воздушных петель, то есть 5 воздушных петель вяжем. Вяжем его как эту цепочку, замыкаем в пико. Так, это вот у нас уже 4. Теперь смотрите, у нас здесь был столбик, помните, вот одна воздушная петля, в нее мы вяжем соединительный столбик, то есть соединяем это все. Вот она, вот эта воздушная петля, в нее вяжем соединительный столбик, чтобы вот этот столбик, этот стебель был подчеркнут. Так, соединили. Теперь точно так же, как здесь у нас было 7 воздушных петель, и так с другой стороны точно так же у нас будет 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В первую петлю соединительный столбик пико. Все, это, конечно, сейчас выглядит в куче, но все равно видно, видите? Теперь у нас остается еще 3 воздушные петли. В каждую петлю вяжем соединительный столбик, то есть у нас должно получиться 3 соединительных столбика. Это мы возвращаемся к началу. Первый соединительный столбик. Второй. И третий. Сейчас покажу, что получилось. Закончим еще сюда же, под эту же цепочку, 2 столбика без накида. Вот наша елочка. При блокировке она будет четкая. А сейчас, конечно, она таким этим непонятной кучкой выглядит. Так, и продолжаем под следующую цепочку, точно так же, как мы уже начинали. 2 столбика без накида. Пико из 5 воздушных петель, то есть 5 воздушных петель. В первую петлю продеваем, протягиваем, выводим. Подтягиваем, чтобы у нас все было плотненько, не болталось. И сюда же 2 столбика без накида. Вот эту елочку еще раз свяжем. Под следующую цепочку вяжем 2 столбика без накида. В этот раз попробую по-другому объяснять количество воздушных петель. Сначала вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это будет в ножка. Теперь первая ветка. Пико из 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В седьмую петлю вяжем пико. Одна воздушная петля стебля, 5 воздушных петель второй веточки, в пятую вяжем пико. Теперь вяжем пико из 7 воздушных петель, это будет верхушка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Подтягиваем. Теперь вяжем в зеркальном отражении. Вот у нас здесь была верхняя
веточка из 5, значит вяжем 5 воздушных петель. Теперь у нас была воздушная петля стебля. В него вяжем соединительный столбик и остается связать веточку из 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Есть 3 воздушные петли ножки, в каждую из них вяжем соединительный столбик. 1, 2 и 3. И под эту же цепочку вяжем 2 столбика без накида. Итак, чередуем простую композицию со сложной, простую со сложной до конца ряда. Смотрите, какой олененок получается. Связала последнюю елочку, 2 столбика без накида, и теперь вяжем соединительный столбик в первую петлю этого ряда. Фиксируем ниточку, обрезаем. Все, снежинка Аспин готова. Осталось спрятать ниточки. Как прячу нитки, я показываю почти в каждом своем видео. Например, в последнем со снежинкой нежная. И затем я заблокирую. Вот так снежинка выглядит только из-под крючка. А так вот после блокировки. Как блокирую, тоже показываю во многих своих видео, например, вот здесь вот. Ой, какая гирлянда! Ой, соединились мои снежинки. Покажу на примере, ну вот, когда их заблокирую, вот они будут вот такой жесткости. Заодно покажу, как я храню снежинки вот в коробочках с крышечкой. Если их собирается больше, то выбираю коробки повыше и точно так же складываю горизонтально. Я вам желаю красивой, уютной и здоровой зимы. И осени тоже. И каждой поры. До встречи!